Фильм «Джуманджи» – культовая картина родом из детства. Это именно тот случай, когда фильм мог загнать детей домой в любое время суток, только чтобы насладиться любимой фантастической комедией. В этом видео собраны актеры фильма «Джуманджи» тогда и как они изменились сейчас. Кирстен Данст получила роль Джуди в «Джуманджи», когда ей было всего 13 лет. Это была не первая ее роль. Годом ранее она стала известной благодаря роли в картине «Интервью с вампиром», за которую получила несколько премий. Сыграв «Джуманджи», Кирстен приобрела известность среди подростковой аудитории. Далее в ее карьере последовали несколько сериалов и комедий. Большую популярность Данст получила благодаря трилогии о Человеке-пауке, где она сыграла Мэри Джейн Уотсон. На ее счету около 70 ролей в кино и сериалах и несколько проектов на будущее. Брэдли Пирс сыграл младшего брата, который со своей сестрой Джуди нашли игру и ввязались в приключения. Пожалуй, это была его самая значимая роль в кино, потому что следующие его проекты включали лишь эпизодические роли. Брэдли преуспел в сфере озвучивания. Его голосом говорят многие персонажи мультфильмов и игр. Сейчас Брэдли 34 года. В кино он появляется очень редко, а в жизни предпочитает заниматься ресторанным делом и благотворительностью. Робин Уильямс является одним из самых знаменитых актеров современности. Свою карьеру он начал в комедиях, а также практиковал стендап в различных заведениях. Роль Алана Пэриша в фильме «Джуманджи» прославила актера среди подростковой аудитории. В общей сложности Уильямс снялся приблизительно в 100 кинокартинах, среди которых множество комедий, но есть и серьезные драмы, которые доказывают исключительный талант актера. Он получил множество премий, среди которых и один «Оскар». На Аллее славы в Голливуде размещена звезда Робина Уильямса за вклад в киноиндустрию. 11 августа 2014 года мир потрясла новость о трагической смерти актера. Ему было 63 года. Бонни Хант сыграла взрослую подругу Алана Пэриша Сару. Вместе они начали играть в «Джуманджи», когда были детьми. Большую популярность актрисе принесли семейные фильмы про Бетховена и «Джуманджи». После этого она снялась еще в нескольких проектах, среди которых и знаменитая «Зеленая миля». Также у нее было два собственных телевизионных шоу. Сейчас Бонни Хант 55 лет. Она редко появляется на экранах в качестве актрисы, но активно занимается озвучиванием мультфильмов. Джонатан Хайт сыграл в «Джуманджи» целых две роли – охотника Ван Пелта и Сэма Пэриша. Британский киноактер австралийского происхождения также известен по небольшим ролям в фильмах «Титаник», «Мумия» и «Караваджо». Сейчас актеру 69 лет, он продолжает заниматься небольшими проектами в кино. Биби Ньюверт сыграла тетю Питера и Джуди, которая на протяжении всего фильма пыталась найти своих племянников. Она наиболее известна по роли Лилит Стернин в ситкоме «Веселая компания» и по ролям в бродвейских мюзиклах. В большом кино Ньюверт играет лишь второстепенные роли. Сейчас ей 58 лет, и она практически не занимается актерской карьерой. Дэвид Алан Грир получил роль полицейского Карла Бентли, который пытался помочь тете детей. Эта роль стала самой запоминающейся работой актера. В последующее время Дэвид принял участие во многих проектах, но получал лишь маленькие роли. Сейчас ему 62 года. Адам Хенбёрд играл в фильме Алана Пэриша в детстве. После этого проекта актер получал лишь эпизодические роли, а в последнее время и вовсе закончил карьеру актера. Лаура Белл Банди была Сарой в детстве. Эта роль стала одной из первых ролей девушки. После этого Лаура получала роли в различных проектах и сейчас продолжает свою карьеру. Понравилось видео? Тогда ставь лайк и делись им с друзьями.